Шерри? Клэр? Шерри, ты в порядке? Что ты делаешь? Я хочу помочь. Шерри заражена, ее уже не спасти. Здарова, народ, это у нас Resident Evil 2. Пойдемте дальше в канализации, бороздить наши вонючие просторы подземных миров. Так, а я все из того ящика взял? Ну, по-моему, все. Мы закончили на том, что мы с вами засейвились, и уже, как бы я сказал, типа, мы пойдем дальше, и вот сейчас мы, типа, идем дальше. Поэтому пойдемте дальше, как бы. Что это такое? А, это за мной там закрылось. Я сейчас, кстати, когда загрузился, я почему-то услышал какие-то ужасные звуки, как будто бы от Биркина. Может быть, мне показалось, может быть, там где-то ходил зомби. А возможно, это и правда какой-то заскриптованный момент. Я вот этого вот, кстати, момента не знаю, не знаю. Так, мы здесь тоже все взяли, кстати, по карте. Да-да, можно идти дальше. Сука, вот чем сейчас занят у нас Леон? Леон бы нам сейчас не помешал. Леонид, вот где-то ты там со своей Адой бегаешь. А он встретился с Адой, кстати. Я так подумал, получается, если мы играем за Клэр, то получается, у Леона совершенно другие действия какие-то в его мире происходят. Так, а мы откуда пришли, стойте, мы там были? Пойдемте лучше вон туда, вон сходим. Получается, у него, может быть, он даже и с Адой не встретился. Мое предположение, конечно, такое себе. Так, а что здесь? А, здесь нужно конюшку взять. Коняшечку нужно будет здесь забрать, но это чуть позже. Пока что я хотел... Это вот что за пути у нас такие? Не помню, что у меня здесь находится. Да, скорее всего, большие ублюдки. Кто мне здесь еще может находиться, да? Что это такое? А, здесь нож. А, ну да, я же прибегал сюда. Стойте. А куда этот путь ведет вообще? Я там он упал. Точно, здесь спуск вниз. Сюда тогда лучше близко-то не подходить. А куда мы пришли-то вообще? У меня там что-то он лежит в закутке. Блять, вообще не помню, прикиньте. Но эти локации такие, они прямо подразумевают непонятки. В этой части, кстати, нельзя плавать. Я уже за Леона это говорил. В таких играх не хватает... А, я туда не могу. А что это за место, кстати, такое? Стойте, это что такое? Верхний канал. Какой-то верхний канал. А как мне до туда вообще дойти, в этот верхний канал? Блять, вот это да, вот это тайны человечества. Охуеть можно. Нет, вообще можно еще вон туда сходить. Сходить в то место, где у нас появился Леон. Только хуй его знает, что нам это вообще даст сейчас. Клэр, наверное, так тебя уже заебался вот этой вот беготней твоей. Там ничего не... А вот это что за место? Мы там ходили? Как здесь... Блять, как здесь все непонятно, а? Вообще какой-то ужас. Мне нужны маркеры. Как казуалу какого-нибудь, знаете, такие... В гонках есть такие стрелочки. Вот мне, короче, такие же нужны. Чтобы понимать, куда вообще идти. И что от меня хотят здесь, блядь, в этой игре. А, вон этот верхний канал-то. Так я сейчас заберу предметы. Эй. О, нет, не заберу я предметы-то. Ох, как я не заберу предметы-то, блядь, не заберу я их. Вылази. Я его не обойду, вы прикиньте, у нас тут только верхний канал. А, ну у меня там патрон для дополнительной мощности. Это для магнума снаряды. Это не просто, это для магнума. А как мне входить тогда? Катаны, пишите. О, понятно, понятно. Это я понял. А у меня есть грена, кстати, на всякий случай. Была, по-моему, одна. Может быть, его сейчас можем обойти? Обошли, обошли. Пацаны, давайте пятёку. Пятёку давайте. Это было мастерский поворот. У ворот. Все, он там остался сзади. Берем тогда, что, патроны дополнительной мощности? Да и получается, мы его обошли, что? Так, их здесь три штуки. В принципе, я на больше. И все, здесь больше ничего нету. И все, блядь! Из-за этого мы сюда шли? Это, блядь, он личинок напускал, сукин сын. Отстанет меня своими личинками. Слышь, может быть, тогда пистолет-пулемет взять? С ним полегче будет. А что это такое? Это тупик, что ли, какой-то? Я себя в тупик за... А, вон оттуда у нас Леон пришел. А, так здесь еще предметы есть. У меня здесь все красное. Клэр, слышь, давай осматривай. Поток говна, может быть, там что-то есть. А, вот что-то лежит, что такое. Это для пистолета. То есть сюда я шел только для... за патронами для пистолета. Охуеть, вот это да. А, ну все, да, смотрите, здесь больше ничего нету. Надо, короче, здесь бегать с УЗИшечкой. Он пускает мне личинок, и этих личинок нужно...
А, все, он там встал. У меня есть одна, в принципе, световая граната. Если что, я могу ему засунуть прямо в пасть. Слышь, ты что там делаешь? А, он личинок пускает. Он личинок. Может, все, обходим, 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 обходим. Вот так вот. Вот так вот. Слушайте, у меня со временем вырабатывается в этой игре какое-то мастерство. Я уже начинаю понимать, как и что здесь делать с противниками. Как их обходить, как мансить и так далее. Так, ну что, давайте тогда, может быть, заберем статуэтку, что ли? Статуэтку. Это у нас кто? Это у нас конь? Или кто это у нас здесь такой? Это деталь устройства. Это королева вроде бы какая-то. Короче, теперь мы уходим назад в мастерскую. Мы бежим. А, нам сейчас нужно идти к тому месту, где это-то... Блядь, где у нас были коконы? Где была целая куча коконов с этими большими ублюдками. Вот это жестко сейчас было. Так, стойте. А, блядь, здесь еще один. Это мне... А, у меня там еще снаряд лежит. Чуть не убежал, дурачок какой. Так, снаряд для магнума. У меня что-то больно много снарядов для магнума. Не слишком ли много мне их дают? Че, он там исчез, что ли? Мне, короче, сейчас нужно вот сюда вот идти налево. Так, то есть на вот сюда вот. Средний канал. Он что-то исчез у меня немножко. Вот он, вот он, вот он, вот он, ёпта. Никуда он не исчез. Он здесь меня поджидает. Слышь, давай, давай исчезай, слышишь? Ты можешь исчезнуть навсегда? Пиздец. Нет, я не это имел в виду. Блять, он прям здесь появился, пиздец. Обходим? А как это у меня так получилось? О май гад. О май гад. А мне в какую? Мне вон туда он, что ли? А, так мне сюда нужно идти-то. Да, вот я здесь поднимался, а там у меня это... Коняшка моя. Так, это каска, это каска. Зомби здесь всех убил. Они больше меня не побеспокоят, они больше не встанут. Так, короче, сейчас эту ставим и пойдем уже решаться, определяться с... А, кстати, слушайте, а где мы найдем ID-браслет? У нас ID-браслет был за Леона. У Ады он на руке был. Она же его там спиздила у кого-то. Или она приехала уже сюда, в этот город, с этим браслетом. Хуй знает ее. Короче, надо вставить коняшку. Куда-нибудь. А куда ее здесь вставить-то нужно, стойте? Так, записончик, ладья, значит... А, ну здесь все то же самое. Да, здесь такие же головоломки. Так, это у нас кто? Это конь. Это конь. А он здесь и нарисован. Здесь он... Да, так давайте вот это назад. Это у нас коняшечка будет здесь. А потом это что? Это я не знаю, что. Где у нас еще что нарисовано? Вон там он. Это пешка. А, так она здесь и стоит, пешка-то. Короче, давайте вот сюда вставим эту деталь. Деталь шахматной фигуры. Плагин. И, короче, уже... Слушайте, а может быть засейвиться? Мне кажется, самое время... Так, надо магнум, надо взять магнум. Точно, надо взять магнум с собой. А, у нас, кстати, еще зажигательные боеприпасы. Можно из них пострелять. Но мы из магнума не стреляли вообще. Где мы... Вот, SLS-60. Так, давай достать его. Сейчас тогда из него пошмаляем как следует. Так, а я могу их смешивать? А, так они смешиваются. Давайте возьмем, наверное, 10 штук. Мне 10 хватит, точно, да. Десяточку возьмем с собой. У меня еще в нем 3 лежит. А что мне еще надо? Вот эти, наверное, можно выложить. Они мне ни к чему. Тогда флешку вот сюда. Вот, а, нет, давайте вот это вот сюда. Это вот сюда вот. И вот так вот все мы это оставим, да. Более... Мне нужно приспособление. Оно, по-моему, там ни к чему. Давайте уберем его. То есть вот так вот сделаем. Все, надо сейвиться. Блять, я вот этой хуйней сам себя раздражаю постоянно. Постоянно я ладью в ящике, постоянно что-то ищу, блять, все что-то мне постоянно нужно. Это безумие. С ума сойдешь. Да что ты делаешь, подожди. С ума сойдешь за этим наблюдать. Так, лента использовать. Так, вот сюда, вот на Леонидзе. Так, ну, конечно, жалко, что я сейчас использовал сейф, но что поделать. А может быть, с собой еще траву одну взять? У меня нету баллончиков. Так, баллончики вы где? А, так их нету. А, у меня есть красная и синяя. Можно замешать ее с зеленой тогда. Так, вот зеленочка достаем. Достаем, это мы мешаем. Так, объединяем, используем. Все. Мне 4 слотов хватит? В принципе, должно хватить. Должно, должно, слушайте, должно. Не иначе. Ладно, пойдемте, короче, прямо в пекло, прямо в анус к этим ублюдкам гигантским. У меня почему-то такое ощущение, что меня там все равно сейчас убьют. Надеюсь, это ощущение ложное. Не знаю. Хотелось бы в это верить. Я тут, кстати, что-то на днях сидел и думал, а вообще возможно ли такое, что выйдет вот такой же ремейк, то есть с новой графикой, с какими-то новыми добавлениями, ремейк четвертой части. Или, например, ремейк Кода Вероники. У них же, по-моему, не было еще никаких ремейков.
мне кажется, им бы не помешало. Вот кот Веронику бы я прям очень сильно хотел бы увидеть. Серьезно, это, кстати, игра-то неплохая, кстати. Да, жуткое местечко. Так, ну клади. Блять, личинка. Так, а может быть использовать зеленочку-то? Вот так вот, да, все. Кот Вероника неплохая часть. Она сохранила в себе, о господи, она сохранила в себе все те самые элементы Resident Evil. Все те самые прямо нотки, изюминку. Так, тихо, надо магнум взять. Так, берем магнум. Слышь, хуил, вон, я его вижу уже. Вон, он сидит под водой. Давай, выскакивай. Мы готовы. Вон он, смотрите, вот он. Да, ты будешь нападать? Ну, и чё? Давай. Опа. В глаз, прям в глаз, ебучий. Так, это хуйня, это он не попадает. Так, тихо, сейчас он встанет. Так, попали. А чё он не погиб-то? Перезаряжай, Клэр! Скорее. По глазу ему ебашь. Он личинок пускает. Он пускает ебаных личинок, надо тогда УЗИ взять. Они убиваются вот так вот, да. А сколько он... А, он их 3 пускает, ничего себе, он уже раньше 2 только пускал. В смысле? Он 4 пустил! Ты чё, ебнулся, что ли, молодой человек? Куда он исчез, слышь? Молодец, блядь! На тебе световую, короче. Ну, слушай, вот я всегда все идет не по плану, что за хуйня? Боже. Что там с ним? Да ты погибнешь, что ли? Что я делаю не так-то? Пиздюк, слышь? Все? А че у нас такой магнум слабый? Я ему всадил около 10 зарядов, по-моему. 8 зарядов я в него въебал, а он живет. Пиздец, за Леон-то здесь реально было легче. Давайте щит тогда используем. А то без щита не... О, еще один уйдет. Да, я понял. Я понимаю, это я все... У него какие-то яйца еще на руке. Что за яйца? Слышь, у тебя что за яйца такие? Я такого еще не видел. У меня все заряды закончились. И что теперь с ним делать? Сколько их? Ну? Все, погиб. Нет, ну, в принципе, конечно, при желании его можно убивать из УЗИ своего. Но это какая-то хуйня, если честно. Вы заебетесь это делать. Серьезно, это вы сразу... О, для УЗИ, кстати. Сколько? 60? Нет, ну вообще должно хватить, кстати, 60. 60 это неплохо, это более-менее. Этого хватит на любые схватки, на любые битвы. Давайте, наверное, из магнума все всадим. Прямо в ноль. Чтобы они ушли. Хотя... А, там еще зомби идет! Вы представляете, там еще и зомби? Охуеть. Вот это нежданно-негаданно, как говорится. Бля, сейчас еще и зомби убивать. Ужас какой-то, слушайте, это ужас самый настоящий. Слушайте, личинки, подождите. Вон он идет. Слышь, большая шляпа, что с тобой делать? Все убили. Да, а мы... Да. С УЗИ вот так вот. Давайте это тогда отбивать. Слышь, пиздюк, тебя нужно убивать вообще? Давайте его уроним, короче, пусть с ним. Пусть он в воде лежит. Как я много здесь снарядов-то въебал, господи! Что со мной сегодня не то? У меня реально бывают дни, когда я вообще ничего не могу пройти ни в одной игре. Прямо безумство какое-то ебаное. Так, ну здесь что-то есть. Так, ну все, более... Хотя бы в эту сторону мы пришли. Хотя бы в эту сторону мы добежали. Это уже заебись. Так, здесь что-то нет. Я помню, здесь была трава в компании за Леона. Значит, и за Клэр она тоже должна быть. А, да, вон она стоит. Она, кстати, больно высоко. Высоковато что-то ее засунули. Но это специально для невнимательных так сделали. Чтобы вы пробежали, не заметили. Так, где здесь кони? Вот один конь. Это у нас королева, да, по-моему, деталь устройства. Так, здесь вот у меня еще одна была. Это кто? Вот это нужно ставить сюда. А, так у нас она одна пока что, точно. Так, здесь еще что-то где-то было. Стойте. Вот, это что такое? Это синюшечка. А, ну и все, да? Да, в принципе, пока что все. Так, лады, пойдемте. Короче, нам сейчас нужно подняться наверх. Здесь нам нужно... А, здесь нужно будет еще одну вставить. Вон. А что это такое? Это не огнемет, это что? Гайс, это не огнемет?
Там какой-то было... Блять, вон он упал уже. Он упал. А может быть, слушайте, а что если его здесь заблокировать? Зомби-то этого. Слышь, молодой человек. Так тебя можно и не убивать вообще. Ты где? Пошли сюда. Погнали, погнали. Погнали, я тебе покажу приколюху. Пошли, пошли скорее приколюху смотреть. Молодой человек, вы идете? Да. Сейчас подождем. Мы сейчас прямо перед ним дверь, короче, захлопнем. Ну, идешь? Ну. И чего? Давай поднимайся, сейчас мы ее заберем. Все, деталь устройства, да. Покеда, покеда, молодой человек. Ты не сможешь нас схватить? Нет, смотрите, он не может, точно. Это охуенный план, серьезно. Это прям топовый план. А чё я так раньше никогда не делал? Хотя, может быть, он... А, здесь еще один, блядь! Вы прикиньте, здесь еще один! Охуеть! Пиздец! Он там не... Давайте ногу-то сломаем. Он там не один, короче, был. Он был, блядь, не один! А чё сюда нужно вставить? Вот это? Да, сюда это подходит. А что это так? Мы зачем шли-то вообще? Это что такое? Электропушка стреляет металлическими стержнями на проводе, которые бьют цель электрическим током до тех пор, пока вы не опустите оружие, удерживайте правую кнопку мыши и будете держать цель в поле зрения. Так, стойте, я там что-то до конца не прочитал. Как защитить? Оружие высокого напряжения. На подопытных зверях используется, долго заряжается и требует ухода, но результат того стоит. Охуеть. Вот это да, слушай, что мы с вами нашли-то. Давайте здесь дверь откроем тогда. Так, открыли. Так, там у нас сюда, это у нас все здесь все закрыто, здесь нужно открыть, короче, сейчас все. Так, а где у нас еще один зомби? У нас один зомби где-то наверху ходил, а где он? Не вижу его, слушайте, вообще прям хоть убейте, не вижу. Чуть такое, ничего. Так, это мы берем. Того мы закрываем, короче. Вот у меня ползающий здесь. А здесь мы вставляем вот эту штуковину. Так, это у меня кто нужен-то? Это Queen. Это Queen плагин, да, подошла. Королевочка, королевочка. Так, сюда еще одну. Потом мы это оббегаем. Забираем нашу Queen. И уже, короче, спасаемся из этого пиздеца. Так, я сейчас все верно делаю? Да, я все верно делаю, это мы сбираем Queen. Теперь нам нужно идти опять назад через ползущего ублюдка, если у меня не схватит. Нет, у меня не схватит. У него не хватит мозгов на это. Так, это мы берем. Да, деталь устройства. И, короче, все, уходим тогда. Мы здесь все взяли-то? Да, все, у нас здесь все закончено. У нас две фигурки, все у нас взято. И можно уходить, короче. Откройте дверь, используя штекеры. Угу. То есть у нас теперь есть все, что... Мы сейчас опять будем биться с Биркиным. Биркин! Так, а ты один там ходишь? Пиздюк, ты один? А, ты поднимаешься? Ну ладно. Ну пусть здесь будет. Я, в принципе, не против. Таких манцов. Блять, а нас, если сейчас хватит Тахерь, тогда мы не сможем отбиться от нее. Блять, здесь и зеленой травы нигде нету. Здесь же была еще одна такая шляпа. Помните, она вылазила? Я... А, ее, по-моему, можно оббежать успеть. При желании. Вроде бы можно было, да? Где она? Да-да-да, блядь! А, можно, можно! Блядь, иди нахуй, на тебе нож! Сука, я на него нож уебал, вы прикиньте? Целый нож, блядь, потратил. Это пиздец какой-то, слушайте. Это жесть, это, блядь, жесть. Я не знаю, как у меня сейчас это получилось, но мы выжили! Господи Иисусе, это прям хвала небесам. Это что-то сейчас такое необъяснимое произошло, мы их как-то обижали. Но у меня теперь нет ножа. Ой, ладно. Пусть забирает. Херсти. С этим зомби. А этот, кстати, не встал. Меня здесь убивали уже. На этом моменте. А, нет, он мертвый, все. Ну все, тогда можно идти вставлять, реально. Все, мы здесь все сделали. Пойдемте. Только я так и не понял, а что за сломанный у нас рубильник вот там вот? Где мы сейчас, откуда мы пришли? У нас же там, помните, еще есть такое место, где мы можем, типа, вставить этот крутящийся вертушок. Но мы его там вставить не можем. Потому что он сломан. И, типа, там нужно как-то с другой стороны все это обходить. В общем, хуй его знает. Так, надо эту хуйню вставлять все. Так, давайте разбираться. Здесь у нас конь. Так, это у нас что такое? А может быть, ее, кстати, вот эту оставить? Это что такое?
Деталь, что это кто? Это что за шахматная фигура такая? Так, изучить. Что это? Это слон. Так, может быть, его здесь и оставить? Так, форма слона. Так, а может быть, их и не... Слушайте, а может быть, их и не трогать тогда? Может быть, тупо навставлять вот так вот? Так, нет, здесь у меня есть одна уже. Нет? Нет, это ничего не дает. Так, надо читать. Да, это явно не по моей части. Так, вот записка. Клэр, читай. Ладья, значит, рядом с конем, но не смотрит на ферзя. А король с ферзем стоит порознь, но развернут к коню. В самом конце, а сам конь расположен не так, как на... Не так, как на футляре? Конь не так, как на футляре. То есть это имеется в виду, то есть он не как на этой штуке, что ли, стоит? То есть это хуйня? Это мне здесь не нужен конь? Я правильно понял? Так, подождите-ка, блядь. Нет, стойте, это у нас кто? У нас пешка, да, вот это? Это пешка. Деталь устройства. Про пешку вам ничего не было сказано, так, изучить. Что? Да, это пешка. Про пешку нам ничего не говорили. Пешка, значит, здесь и должна быть. Если там ничего не сказано. Так, конь, ферзь, порознь, конь, расположен так. Нет, здесь реально, значит, этот правильно стоит. Ладья рядом с конем, но не смотрит на ферзя. Король, подожди. Король с ферзем стоит порознь, но развернут к коню. А в самом конце. Подождите. Король с ферзем. Ну разве в самом конце? Это про короля нам, да, говорят? То есть король стоит в самом конце. Король у нас стоит в самом конце. Ладья, значит, рядом с конем. Король с ферзем стоит порознь. А порознь это что? Это на разных стенах? Кто у нас ферзь? Это что такое? Это ферзь? Так, изучить. Это ладья, это не ферзь, это ладья. Так, а это что такое? А это король, по-моему. Так, изучаем. Штеки, а это ферзь, а где у нас король, подождите. А кто, он, кто у нас король-то вообще? Вот это что ли? Так, изучить. Да, штекер в форме короля. Так, подождите. А кто у нас рядом с этой стоит? А с пешкой? Так, король с ферзем стоит порознь. Король с ферзем порознь. Но развернут коню в самом конце. А сам конь расположен не так, как на футляре. Так, ну смотрите, у нас король стоит с ферзем порознь. Но развернут к коню в самом конце. А сам конь расположен не так, как... Значит, они все-таки должны быть порознь, получается. То есть в самом... Так, подождите, а может быть здесь... Может быть здесь король у нас стоит? Вместо коня. А здесь у нас, короче, этот... Ферзь, по-моему, ферзь, что ли, стойте. У нас с кем там порознь-то они стоят? Стойте. А, коня сюда, ёпта, сюда нужно было коня встать. Господи, что я делаю, заменить. Встай сюда коня, пожалуйста. Так, это конь у нас, это коняшка. Так, ну допустим, вот так вот, да? А, король с ферзем порознь, но развернут к коню. Так, это да, в самом конце. Ну, они сейчас в самом конце. А сам конь, то есть, да, это, да, допустим, что это так все стоит. Ладья, значит, рядом с конем. Но не смотрит на ферзя. Ладья. У нас есть ладья? У нас была ладья. Так вот, ладья, она рядом с конем. Но на ферзя она не смотрит. У нас сейчас кто? У нас ферзь. Да, это ферзь. Значит, ферзя мы ставим вот сюда вот. Так, ферзь вот сюда вот. А это вот сюда вот. Так, что ли? А, да, смотрите, получилось. Ну, как я и говорю, ничего сложного. Немножечко пораскинуться. Ну, сколько мы минут... Ну, мы, наверное, минуту две решали, да? Готово, Шерри, я иду. Мне кажется, здесь сейчас стоит сейвануться. На этом месте. Хотя у нас здесь предметы еще всякие лежат. Может быть, их собрать сначала отсюда? Здесь же есть что-то? Здесь, по-моему, лента должна быть. Перед... А, да, здесь точно. Здесь предметы, синяя трава. Здесь еще что-то, помню, было. Так, вот что-то. Да, это зеленочка, зеленочка. Можно смешать ее, кстати. Так, объединяем. Это мы тоже объединяем. Получаем вот такой вот микс. Это что? Это ничего? Вот лента. Угу. Сейчас мы, в принципе, засеемся тогда заодно. Мы здесь все взяли? Да, все здесь пусто. Пойдемте сайванемся, короче. Будем забирать с вами шахматные фигуры или оставим их здесь, как думаете? Слушайте, я даже... Может быть, возьмем их реально? Или здесь оставим? Так, стойте. Это сейчас...
А, ну это мы с собой, наверное, да? Да, это с собой лучше взять. Так, это... Нет, подожди, я ящик-то не открыл, блядь, это... Это объединить... Нет, стой, это убрать, это хранить. Так, а может быть мне эту пушку с собой взять? Электропушка, оружие высокого напряжения. Что это за электропушка такая вообще? А что у меня еще? А, гранатомет! Давайте возьмем гранатомет. Надо тогда... А, что сделать-то? Что мы сейчас с вами будем делать? Давайте возьмем патроны для пистолета-пулемета. Мы с вами возьмем... Видеокассету, кстати, надо еще взять. Надо взять... что? Надо взять эти... патроны для магнума. Так, магнум-то где? А где он, кстати, у меня? Стойте. Порох. Вот, 10 у меня их здесь есть. Надо все это перезарядить тогда. Выбираем. Это мы перезаряжаем. В него помещается только 5, да. Берем вот это. Это мы тоже с вами перезарядим. Так, в принципе, все как бы все. Это можно все положить тогда. Это хранить. Ленту. А давайте фильм сначала посмотрим, кстати. Что у нас там за фильмец такой использовать? Может быть, что-то новое будет в этой кассете? Да навряд ли, слушайте, навряд ли. Здесь все одинаковое. Здесь никаких нововведений нету. Прошу, умоляю, хватит, пожалуйста. Киркпатрик? Внизу написано. Что значит Киркпатрик? Патрик из Спанч Боба. Не надо, нет. Я здесь, урод поганый. Нет, не трогай его. Да, это все то же самое. И мне, короче, всегда вот этот момент напоминает момент из начала Resident Evil Outbreak. Что ж, было любопытно взглянуть. Так, кассету можно выкинуть. Все, место еще освободилось. Так, я не знаю, мне нужна электропушка, как вы думаете? Она мне пригодится вообще там где-нибудь? Так, давайте вот так вот тогда уберем. Надо взять гранатомет, потому что ебаный этот... гигант с одной рукой, это что-то. Так, надо взять заряды для гранатомета. Так, заряды... Вы где вообще заряды? Вот здесь. Давайте 10 возьмем, наверное, да? 10 мне хватит? Или не хватит? Ладно, похер. Берем 10. Надо сейвиться. И, короче, мы идем биться с тем ебучим существом. А, все, у нас последний слот за Леона, кстати. Так, сюда перезапишемся, да. Ну что, дети, вы готовы? Вы готовы? Как там Спанч Боб было? Вы готовы, дети? Так, точно, капитан. Я вас не слышу. Так, ну все, места у меня хватит. Так, электропушка. Как она, кстати, реально стреляет? Я вообще без понятия. Пойдемте. Пора воевать. Пора, пацаны, пора. Warning, keep out. Блин, ну, конечно, это прикольно, что как-то все-таки пути-то вроде бы одни и те же, но в то же время одни и те же. То есть интереса-то никакого нету. Что это такое? А, ну оно закрыто, да. Должно быть... А, нет, бля, что-то у меня от лампы глаз так заболел. Я тут лампу переставил. Вообще прям ужас, так по шарам дает. Ужас какой-то. Ладно, как-нибудь доиграем. А, здесь у нас хилка стоит. Хиловинка, я чё ж про тебя забыл-то? Надо было сюда зеленую тогда принести. Давайте возьмем ее. А здесь больше ничего не лежит в этой комнате? Нет. Так, чё, включаем электрощиток. Вот этот. А, это, блядь, загадка опять. Ёпта, это загадка. А чё я там нажимал-то, я не помню уже. Вот так вот, по-моему, да, как-то? Или не так? Нет, это нужно. Так, нет, стойте. Вот все. Ну, она легкая. Я помню, как с этим, с микрофоном, вот так вот. Сейчас на меня пиздюк нападет. Да, вот. От него, короче, можно вот здесь, по-моему, спрятаться. Я что-то слышал такое. Вот здесь, да, точно, смотрите. Здесь, если встать, то он нас... Блять, как громко, подождите. Если здесь встать, то он нас задевать не будет. Видите, он просто не может ничего сделать. Ждем-с, как говорится. А, так он в одном месте бьет всегда. Он чисто здесь прям бьет, и все. Да. Интеллект, конечно, у него... Так, а что с собой сейчас, кстати, взять? А что, из чего по нему... Может быть, вот это взять? Как он вообще стреляет, я даже не знаю. Какие-то две точки. Вот это да. Ну и что ты, слышишь? Ты дверь-то мне будешь открывать? Открой мне дверь. Пожалуйста, молодой человек. Ну? Ты где? Все, пришел, пацаны. Он пришел. Вламывай, паскуда, давай. Собака какая, блядь, я не кричу. Обходим. Ему, кстати, можно в глаз один раз выдать, он сзади. Удерживайте. В смысле удерживайте? Максимальный разряд. Удерживайте кнопку.
Ее еще. Это как это, ёпта. Здесь нужно заряд накапливать, чтобы он сильнее бил. Вы прикиньте. Он идет, да он там сзади идет. Ну ладно, будем удерживать тогда. Не попал, не попал. Здесь нужно сразу кнопку ебашить. Вот эту. Ну-ка, Клэр, нажимай ее скорее, блядь. Что это такое? Это флешка. Вот флешка мне, кстати, пригодится. Еще и ножик. Блядь, зря его взял. А, я так я сейчас накапливаю или что я делаю? Я не понял, что я сейчас делал. Вроде бы я что-то накапливал. Но вроде бы что-то и не накапливал. Так я блядь, я вроде бы... Что за хуйня? Я ж накапливаю заряд. Вам что от меня надо-то, я не понял. Блять, какая-то хуйня, давайте еще не другого стреляем. Дайте вот это. Возьмем лучше. Будем, короче, из огненного гранатомета по нему ебашить. Потому что это какой-то кал, слушайте, это кал. Давайте нажимай кнопку, ёпта. Что ты делаешь? Бей его контейнером, блять. Он меня сейчас сам собьет. Слышь? Ну и че? А, попало! Каким образом по нему попало? Вот это да. Интересно. Давай сразу нажимаю тогда ее, блядь. Я ж по нему, он же вообще, он у меня рядом здесь был. Я понятия не имею, как его задело, но ладно. Слышь, тебе в руку стрелять нужно. Пиздюк. Да не попадешь ты по мне, слышишь? Это все такая хуйня. Левая хуйня. Отойди от меня. А, он сел, он все, его можно это... Зазывать кнопкой этой. Нажимай. Ладно, пора с этим покончить. Ты будешь сидеть, ждать? Слышь? Она едет, молодой человек, она едет. Не вставайте! Не вставайте, молодой человек, не вставайте. Ой. Ну, это-то все? Я надеюсь, это все? Да. Я помню, он точно так же погиб у меня за Леона. Давай. Пакеты, молодой человек. Отправили мы его в полет. Все. Блять, какая-то вообще говёная эта пушка. Чё за электропушка? Зачем я вообще взял? Прости меня, Шерри, быстрее не получается. Реально же говно какое-то. Как с ним? Может быть, я что-то не так делаю? Напишите комментарии. А, блять, там еще для пистолета лежат. Вот они. А у меня места нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мне их уже положить-то и некуда, ёпта. Некуда мне их убрать, мои патруши-то. Как-то это нехорошо получилось у нас сейчас. Блять, может быть, вернуться тогда сейчас? Я их не хочу оставлять, это предательство по отношению к патронам. Давайте, наверное, тогда сейчас это... Все выложим и вернемся. Надо нахуй выложить эту электропушку. Зачем она мне нужна, эта электропушка? Кому она вообще сдалась, говно какое-то? Так, надо в ящик ее сложить. Так, электропушка. Так, гранатомет мы тоже уберем. Это мы тоже уберем. Это мы убираем. Это мы тоже кладем. Электропушка, иди нахер вообще. Ты меня больше не... Ты меня вообще прям оскорбила. Она плюнула мне в душу, реально. Это плевок самый настоящий. Пойдемте, заберем снаряды. Ух, и прям без пистолета. Прям без пистолета побегаем. Но это ладно. Клэр у нас девушка отважная. Она может бегать и так. Так, давай, нет, давайте все-таки возьмем нам пистолет. Мне что-то тот пистолет с лазерным прицелом вообще не понравился. Это дичь. Зачем его создали? Этот быстрее головы сносит, у него криты какие-то есть. Я это прям прочувствовал. В отличие... А мы сколько, кстати? Мы 5.25 играем. А сколько у нас за Леон? У нас, по-моему, было 8. 8.29, что ли? В финальных итогах. Нет, ну все равно мы как-то побыстрее у нас сейчас получается. Все это дело. Так что лады. Так, это кони, они мне вообще не нужны, эти кони. Так, что мне там нужно сделать? Сейвиться будем? Или не будем? Давайте засейвимся. У нас столько ленты, пиздец. Это ужас вообще, так, печатная цветная лента. Одну возьмем тогда? Да, берем одну, все. У меня... Так, да какой магнитофон? Стой. Так, используется. Нет, ленты здесь реально вам хватит, серьезно. Ленты вам здесь хватит в любом случае. Это даже не беспокойтесь. Нет, ну, конечно, если вы не сейвитесь каждую минуту, тогда вам может ее и не хватить. Все, пойдемте. А так, да, несложно. Проходится. Я вообще, когда за Леона начал на хардкоре, я думал, меня будут разваливать только так. Но меня и разваливали вначале. Но потом все это быстро закончилось. Шерри, мама с тобой.
так у нее мамка. Шерри, Шерри, ты меня слышишь? Так у нее мамка пришла, что ли? О, нет. Шерри? Шерри? Клэр? Клэр? Шерри, ты в порядке? Да жива она. Что там с ней вообще такое? Не вижу. Что ты делаешь? Я хочу помочь. Шерри заражена, ее уже не спасти. Что? Ты шутишь? Ты же ее мать. Быстро иди сюда. Ты не понимаешь. Уильям все еще где-то там. И если его не остановить... Разговор окончен. Стой, стой. Я могу помочь ей. В лаборатории. Это недалеко. Мамочка? У нас мало времени. А на кону миллионы жизней. Шерри, мама очень тебя любит, милая. Прощай. А у нее с глазом какая-то мутация пошла, как у этого, как у Биркина, по-моему, или мне показалось. Черт тебя, дери. Шерри, не беспокойся, я добуду все необходимое, слышишь меня? Почему ты это делаешь? Потому что мне наплевать, не наплевать. Спасибо, Клэр. Идите. А, мы ее сейчас понесем прямо на руках? Ну, пойдемте. Так, ну здесь у меня навряд ли что-то есть. Так что нужно туда вот идти. Ну, слушай, ну теперь мы с собой еще будем и маленькую девочку носить. Но это вообще, это за гранью просто. За гранью всего. А, это мне получается сейчас нужно идти к фуникулеру. И мы... Аннет сказала, ее лаборатория недалеко. Стоп, этот фуникулер. Ну, мне сейчас и нужно туда идти. А мы можем с ящиком взаимодействовать? А, все, пока у нас она в руках... Мы уже здесь ничего не сделаем. Пойдемте. Слушайте, но в оригинале я здесь не помню, чтобы были такие моменты, чтобы мы таскали Шерри. Держись, Шерри. Все будет в порядке. У нас там был момент, когда мы за нее играли. Причем вот, кстати, в оригинале... Я уже рядом, Шерри. В оригинале, когда мы играли за Шерри, там даже на нас зомби, по-моему, нападали. Я не помню, чтобы мы там убегали от вот этого полицейского толстого. Отличный фуникулер. Ну все, залази. It's the night. У нее браслет на руке. Хм. Вот, okay. Сюда, ложись. Так а у нас разве не должны были на этом фуникулере уехать Ада с Леоном? Держись, Шерри, ладно? С тобой fine. Все в порядке. Вон у нее с глаза мутация началась. Значит, мне не показалось. С ней... Ладно, нужно все проверить. Пути назад не будет. А здесь, кстати, есть что-то в этом фуникулере? Да нет. Енотов тоже нет. Поехали тогда еще заводи. Полетели. А там что, GoPro какая-то стоит? Что это такое? Камера. Фуникулер направляется в Nest. Не покидайте вагон, пока не прибудете в пункт назначения. А как я его покину-то? Вообще о чем? Из окна выпрыгну. Мы ей куртку отдали свою. Причем она и по размеру, смотрите. Что за хуйня? Эй, ты как? Бедный Шерри. Какая теплая у тебя куртка. Ее мне дал брат, а она вроде как приносит удачу. Нихуя, это вы где такие куртки покупаете? Я тоже такую хочу. А не знаю, что бы я без тебя делала. Шутишь? У тебя все отлично, а пока я не пришла и не втянул тебя во все эти неприятности. У меня тут твоя вещица. Не хочу. Правда, почему такая красивая? Что это такое? Мэри. Или что там? А, Шерри. Это не, мне мама подарила на день рождения в прошлом году. В
А я просто хотел, чтобы она чаще бывала дома. А знаю, тебе кажется, что твоей маме все равно, но... Эй, Шерри, иди ко мне. Ей что-то вообще плохо как-то начинается. Эй, держись, ладно? Станция Нест. Мы прибыли, Шерри, держись. А как я ее спасу? Все хорошо, я с тобой, давай. Какую-нибудь сыворотку ей, что ли, вколем? Антивирус? Как в этом, как в фильме «Обитель зла»? Там же был антивирус и вирус. Так, кстати, здесь что-то есть у меня? Нет, ну здесь стоит ящик, но... И больше, короче, все, да. То есть эта локация подстроена была под Леона, потому что он здесь бегал без Шири, и он мог... А зачем здесь... Стойте, а зачем здесь вообще нужен ящик, реально? Я найду лекарство. Держи, Шерри, все хорошо. Он здесь вообще... У нас стоит второй ящик буквально в двух шагах. Зачем его здесь поставили? Как это объяснить? Зачем? Зачем это нужно? Или, может быть, мы будем спасаться в ком... В целях безопасности не подходите к дверям, а пока они полностью не откроются. Может быть, мы здесь будем спасаться в этом месте еще за Клэр? И нам этот ящик как-то нужен будет? Он мне пригодится? Потому что я других вариантов не вижу. Так, ну вот и... Добро пожаловать в Нест. Осмотрите лабораторию. Желаем приятного времяпрепровождения. А куда я тебя положу-то, слышишь, Шерри? А куда я тебя... А, у нас там была исследовательская комната. Вот это. Да? Да, точно. Ладно. Вот так. Так, и что теперь? Здесь должно быть хоть что-то. Антивирусный препарат? Вот, это точно поможет. Эй, Шерри, мне надо идти. А ты побудь здесь, хорошо? Я скоро вернусь, обещаю. Но она должна дожить, она же есть в следующих частях. А иди браслет. Так, это мы берем. Так, это что, это ноутбук? Внимание, тревога в гнезде. Из-за инцидента в Северном Крыле всему персоналу гнезда необходимо немедленно применить антивирусный агент Дьявол. Дьявол — единственный способ предотвратить Г-мутацию. Если вы заражены Г-вирусом, немедленно обратитесь за помощью, чтобы своевременно выявить и уничтожить Г-клетки в вашем организме. Данное письмо рассылается автоматически в случае... А, чрезвычайной ситуации, не отвечайте на него. А я что-то не находил этого письма. Я его проебло, а вон еще что-то лежит. А, это карта лаборатория. Да. Еще что-то. А, это заряды для гранатомета. Кстати, они довольно мощные, эти заряды. Они ебашат вообще все живое на своем пути. Шансов вообще никому не оставляют. Шерри, ты меня... А что там такое, кстати, стоит? Календарь какой-то. Они не оставляют вообще шансов никаких. Никому. Ну, сюда мы сейчас зайти не сможем, да? Да, точно. Это только для персонала с правом доступа. Угу. Так, ну это мы читали, кстати, это журнал отдыха. Здесь ничего полезного нету. Так что, в принципе, можно уже сейвануться даже. Давайте это выложим тогда. Так, ID-браслет мне нужен. Кстати, слушайте, а мы с вами не делали кислотные снаряды. А что если кислотным? Давай... Так, стойте. Из двух щепоток... Так, вот, если с обычным порохом их соединить, то мы получим кислотные заряды. Так вот, вот у нас обычный порох достать. Давайте соединить тогда, объединить. Кислотные две штуки. При столкновении капсула разбивается и покрывает кислотой все вокруг. Давайте их положим тогда. А так как здесь только два вида, что ли, получается... Кислотные и огненные? А почему здесь взрывных нету? В Resident Evil всегда были взрывные снаряды. А, здесь как-то прям бедненько. Слушайте, бедненько здесь все с этим. Давайте, наверное, одну ленту возьмем и сейванемся. Так, использовать. Так, на 22-й ли... У нас все уже, почти весь Леон перезаписан. Да, окей. Готово. Так, ну что, пойдемте дальше. Я А, там записка, блядь, еще висит. Стойте, как... Я что ее не взял-то? Это ID браслета.
Там рассказывается о том, что у всех... А, вон там еще лента лежит. Что у всего персонала есть свои ID-браслеты. У каждого есть свое право доступа. И каждый, как бы, персонал может заходить в свои комнаты с своим доступом. В общем, ничего полезного. Так, у меня по оружию-то что? Должно хватить, в принципе-то. В принципе, неплохо, нормально. Хватит, хватит всего. У меня есть... Но откуда у меня нож? А где я его нашел? Не помню. Напишите в комментариях, где я нашел нож. Лайк... Ставьте лайк, если вы знаете, где я его нашел. Ставьте дизлайк, если вы не знаете, где я его нашел. Да, там зомби. Так, а может быть, их здесь обижать вообще? Только для персонала с доступом. Угу. Посетителям вход... А зачем мне с ними биться? Слушайте, молодые люди, а мне вообще есть смысл-то их, вас убивать? Вы же вообще никакие. Зачем мне это делать? Давайте сейчас. А, так перед ними дверь-то не открывается. О, как их здесь много-то, ёпта, вообще здесь как встало-то. Слушайте, вы чё? Пацаны, вы что делаете со мной? Давайте их сгоним, короче, сюда тогда. Так, в голову. В голову. Да ладно, ну это вот как всегда опять у тебя. Обманы твои, да? Ну. Давай не обманывай меня, слышишь? Да ты живой, слышишь? Ты живой, блядь. Я тебе не верю. Может быть, ножом? А, нет, стой, какая грена. Надо по нему ножом ударить. Ну, он живой еще. Я же говорю. А, теперь все. Ладно, будем тогда их немножко ножом добивать, а то что-то у меня ножи-то вообще, блядь, я их не использую. Да иди, на тебе ножка. Блядь, вот мы их подбивали ножом. Лол. Ебучая лолка, блядь, а. Оу, ноу. Оу, ноу. Я тоже этому поражен очень сильно. Ну и что с тобой? Можем... А, так можем нож взять. У него уже нету, блядь, прочности. Бабёна, ты мне всю прочность сломала в ноже. Ты что со мной делаешь? Зачем ты это так плохо? Ты жива? Нет. Все, она погибла. А, так может быть, когда мы им нож вставляем, может быть, он еще больше дамаг наносит, чем если им бить. Там еще кто-то где-то есть. Только я не вижу. Вон там... А, там есть еще один, который ест остальных. Точно, я помню. Вон он сидит. Сейчас тогда мы максимально прицел сделаем, чтобы у нас криты полетели. Блять, не туда вообще выстрелил. Это какой-то этот с дредами. А, это женщина. Я всегда ее путаю с каким-то этим. Афроамериканцем. Почему? Давайте возьмем. Наше меню содержит все необходимые питательные вещества. И основано на последних биологических исследованиях. Насладитесь нашей коллекцией вкусных и здоровых блюд. Я это уже слышал. О, гренка, кстати, за гренку спасибо. Гренка штука полезная. Ее по-хорошему... Что это такое? Игольч... Это для чего? Игольчатый снаряд. А, это для этого, ёпта. Для электрической пушки. Игольчатые снаряды. Да, я помню. Блять, она жива, короче. А кто еще... А, там еще один встал. А что их так много здесь? Вы что все какие живучие? Ну, на тебя в голову. На тебе еще в голову. Вон там еще один идет. Ждет своей очереди. Son of the bitch. Son of the bitch. Она, блядь, на стул, что ли? Она прям на этого села, смотрите. Какая бабена, да, у нас? Все, она готова. А вот этот нет, кстати, в отличие от этого. Этот еще живет. Так, выстрел. Выстрел. Все. Так, что у нас здесь вообще еще лежит в этой комнате? Все, готово, все. Можно уходить отсюда. Я, в принципе, его добивать не буду, так как я не вижу смысла. Надо, короче, улазить уже отсюда. Сука, ну и всадил, конечно, я их снарядов. Боже, просто помилуй. Просто какой-то пиздейшн. Я когда здесь первый раз бежал в этой локации, я почему-то думал, что у меня сейчас лизуны нападут. Они же любят всякие такие, знаете, вентиляционные шахты. Узкие всякие... А, места... Как бы это странно не звучало. Так, порох большой, вот это найс. Большой порох. С чем только я его буду смешивать, я не знаю. Так, это что такое? А, это еще один нож. Кстати, ножи-то полезные. Спасибо. Блять! Да, это было плохо, это было очень плохо. Я вас понимаю, Гайс, я вас понимаю.
На это больно смотреть. За этим больно наблюдать, следить. Но за тем, как я ракую очень сильно. А, у него бронь... У него это... Непробиваемый, смотрите. Ему похер, что ли? Серьезно? Но он погиб. Он в бронежилете. То есть я не могу его надамажить. Так, дверь какая-то. У меня нет... А, ну мы здесь сейчас браслет найдем с доступом. Блять, какие темные лаборатории. Я хуею с этого вообще. Вон он там лежит. А, здесь еще заряды есть огненные. Один заряд, вот это да. Это было мощно, конечно, что это такое. Конденсатор электропушка. Что значит конденсатор электропушка? А куда я сейчас все это дену? У меня места нету. Вы что, ёбнули, что ли? Это вы что со мной делаете? А куда я это пол... Или, а, так, а может быть его... А, так его можно объединить. Ну, иди браслет сотрудника, все. Ну, пойдемте тогда, все, что. Я перепугался, что у меня места нету, а здесь, оказывается, можно сразу соединить. Да и дальше пойти. Ну, тогда так удобно даже, что. Вы лежите еще? Да, они все еще лежат. Блять, мне надо срочно лечиться. У меня все очень плохо. Ладно, здесь еще зомби не появляются. Доктор Ли. А, ну это вас срочно вызывает шеф Картрайт. Явитесь в восточное крыло. Так, заряды. Это, короче, для этого. Надо объединить с электропушкой. Это улучшение какое-то у нас новое для электропушки. Увеличивает скорострельность за счет накопления большого количества электроэнергии. Объединяем. Электропушка. О, май гад. Какая она, смотрите, она теперь как выглядит. Вот это я понимаю. Вот это электропушка. Power level даже он есть. Ух ты. А я, кстати, видел, есть это моды для Resident Evil 2 на вид от первого лица. Выглядит, кстати, nice. Прям очень сильно похоже на седьмую часть Resident Evil. Движок-то, в принципе, один и тот же. Поэтому при добавлении вида от первого лица игра превращается, собственно, в седьмую часть. Так, давайте смешаем. Так, объединить. Объединяем. И используем. Вот так вот, да. А давайте электропушку перезарядим тогда. А чё это она у нас лежит и не перезаряженная? Электропушка, слышишь? Ты где там у меня? В самом низу. Это недостойно. Это недостойная электропушка. Так, перезаряжаем. Все, 7 зарядов. Ее убираем, это мы тоже кладем. А у меня есть где-то патроны к пистолету вообще, к моему этому? Клинок самурая. Там еще что-то. Стойте. Так, подождите. Подождите-ка. Из большого пороха можно вдвое больше. А что мне лучше создать? Две щепотки для пистолета-пулемета. А, ну для пистолета-пулемета я уже точно не сделаю. Я смогу сделать только кислотные заряды тогда, да? Если с порохом... Ну, нет, ну в принципе можно и кислотные сделать. Как бы так-то, да, если уж мы говорим. Где у меня большой порох? Вот порох. Давайте кислотный тогда. Побольше наделаем их. Так, объединить. 6 кислотных зарядов. Да ладно, учешуйте. 6 зарядов. Охереть. А чё у меня так много ножей? Хотя нет, давайте оставим один тогда. Так, вот, крупнокалиберный патрон для пистолета. Я их хотел взять. Давайте перезарядимся. Надо перезарядить. Слушайте, а может быть мы тот пистолет возьмем? Надо порох, кстати, намешать. У меня что-то более много пороха лежит. Так, объединить. 8 зарядов, ну. Где здесь еще маленький порох? А где он? Так, вот, порох. Достать. Порох. Сейчас мы это тоже смешаем тогда. Так, объединить. Так, еще 8. Так, объединяем. Все, 16 уже. Так, у меня здесь есть еще порох. Маленький, я имею в виду. Маленький порох есть. А, все, в принципе. А где, так, клинок самурай какой-то? Че у меня там? GMB HP3. Давайте его возьмем. Этот мы положим тогда. Это вот сюда вот. Это мы тоже на хранение. Это вот так вот. И вот так вот, короче, мы... Так, а что мне еще выложить? Может быть, реально выложить нож-то вот этот? Он сломанный уже. Давайте на хранение его положим. То есть вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Угу. Думаю, вполне хватит мне этого. Так, берем пистолет, короче. Перезаряжаем его. Так, что нам там дальше-то нужно?
Комната охраны. А почему у меня на Шерри стоит восклицательный знак? Шерри, что так? Мы ее, может быть, исцелить уже можем? Нет, это навряд ли. Нет, мы не можем ее исцелить. А чего он тогда там стоит? Я не знаю. Короче, пойдемте с растениями биться. Я помню, они здесь где-то у нас сейчас будут. Так, это мы открываем доступ. Сейчас нам выдвинут мост. Так, это у него что такое? Это, а, это модулятор сигнала, кстати. Так, запись спецназа. А, так, а мы можем сейчас сумки взять? С этим, а с модулятором. Значит, антивирус в западном крыле. Пойдемте возьмем тогда сумки. Мы сейчас сможем у это... частоты подобрать, которые нам нужны. Слушай, а я в прошлый раз-то, короче, убежал, я забыл. Я их уже к концу только взял. А это делать лучше сейчас. Там, я слушаю, зомби ходит, но на него как бы насрать вообще. Так, давайте брать тогда. Здесь что нужен-то? ОС. Здесь нужен ОС. Так, изучить. Где там у меня? Umbrella Electric Power. Охереть. А, так, где ОС? А, это ОС, что ли? Вот это ОС? Реально? Так это USS... А, это ОС. А мне казалось всегда, это USS какой-то. Так, подожди, вот так вот, что ли? Вот, все, подошло. Так, надо вставлять, использовать все. Да, подошло. Прям сразу, блядь, за секунду вообще. Я хакер, реально, я самый настоящий хакер. А, так, сумка, набедренная сумка. Все, у нас теперь еще два слота есть. Здесь еще, здесь у нас записка у Уэйла, которую мы уже читали. Читать я больше не буду. Так, мы здесь все взяли, да, отсюда можно уходить. Зомби нахер, он мне не нужен. С ним смысла биться нету. Надо, короче, отсюда убегать. К растениям. Да слышу я тебя. Они такие звуки страшные издают, прям такие. Из моих уст, конечно, это глупо звучит. Но... Нет, понимаете, вы это смотрите, как бы... Вы вдобавок еще видите меня. А я сижу один в полной темноте. Я вот эту, наблюдаю всю вот эту ужасную картину, и мне реально крипово от этого. Так, а что у меня там? А, ну мест у меня теперь много, да. За место переживать не стоит. Это я понял. Туда мы сейчас тоже не попадем. Там нужно этот, высший браслет. Да, для доступа к мосту требуется допуск старшего пер... А, вот сюда вот, кстати, можем вставить. Вот в эту вот штуку. Сюда она подходит. Все, подошло. Так, ну это у нас Е2. Е02, то есть. А, восточный, по-моему, да? East. East area. Это восточная. Восточная зона. Так, здесь ничего нету, нет? А, ну все, в этой комнате, в принципе, больше ничего нету. Так, труба. А это не взрывоопасный газ? Может быть, если вот в этой комнате выстрелить, здесь бомбанет все? Так, вот здесь у нас сейф-рум. Так, здесь что-то есть, я уже даже не помню. Так, сюда мы попасть не можем. Так, стойте, на диванах что-то есть? Нет, на диванах ничего нету. Здесь есть лента только. Угу. Так, здесь тоже все хуйня. Это все дичь. Так, вон лента лежит. Надо, короче, взять и... И, короче... А что это такое? А это антивирус, что ли? Синий, смотрите. Может быть, его стоит Шерри вколоть? Шерри, я нашел... А, что это? Еще порох. Шерри, я нашел антивирус для тебя. Так, ну здесь все, да. Так, это выложим тогда. Ленту одну мы... Одну выложим. Места у меня до хуя. Стойте, а как мы будем... А как мы будем убивать растений, если у нас нету огнемета? Вот это попадос. Вот это я сейчас что-то не обдумал даже, вот этот момент. Мне кажется, на электропушку им как-то, знаете ли, немножко по барабану. Не кажется ли вам? Так, давайте на Леонидзе, на 23-е. Угу. Сохранение включайте пока. Все. Что ж, на это был Resident Evil 2. А, спасибо вам за просмотр. Так, это у нас была серия. Пишите комментарии, комментируйте, что вы думаете по поводу Клэр, по поводу электропушки, я не знаю. По поводу всего мы что-нибудь с вами обсудим. Ставьте оценки, ставьте подписку, ставьте колокольчик, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер. Хорошего вам дня и до новой части.